Здравствуйте, коллега. Меня всегда привлекают заявления такого рода, что Moodle в обучении – это монстр с неудобным функционалом и ужасным интерфейсом. Некоторые называют его кинг-конгом среди всех платформ мира, потому что он такой мощный, многофункциональный, но сложноватый. Особенно интригует заявление тех, кто называет себя опытным экспертом в дистанционном обучении и даже подчеркивает наличие степени доктора, звания профессора, лауреата премии правительства в сфере образования. И когда такой эксперт во всеуслышание заявляет, что Moodle уже всем надоел, я уже почти готов поставить жирную точку и с почетом похоронить эту платформу на задворках интернета и своей памяти. В этот момент я абсолютно уверен, что сейчас узнаю про достойного конкурента Moodle. Но тут наступает абсолютная тишина. Альтернативных предложений нет. И так постоянно, много лет я слышу эту критику. И тогда я вспоминаю собственную историю, как 15 лет назад потратил целый месяц на то, чтобы выбрать себе верного товарища на много лет. Зачем мне это надо было? Дело в том, что всю жизнь я учился и учусь до сих пор, а в течение трудовой деятельности я еще учил и учу других до сих пор. Для этого мне всегда требовалось готовиться, писать конспекты, готовить плакаты, тренажеры, отвечать на одни и те же вопросы, рассказывать разным людям одно и то же. Хорошо, но когда число моих обучаемых перевалило за сотни, у меня появилась мечта о роботах, моих виртуальных помощниках. В один прекрасный день состоялось то, что навсегда перевернуло мою жизнь. Я узнал, что есть отличная и совершенно бесплатная система дистанционного обучения Moodle, которая помогает и тем, кто обучает, и тем, кто учится. Изучив тщательно все альтернативные решения, я продолжаю их изучать и до сих пор, тщательно взвесив все за и против, включив свой третий глаз – направленный в будущее, я решил освоить Moodle. Я не ошибся. Он стал не только моим другом, но и самой популярной платформой в России. Да и в мире тоже. Есть данные об этом. Хотя это произошло не сразу. Проблем с Moodle у меня было очень много. И вот в учебных модулях, основанных на моем опыте, вы, коллега, узнаете про то, как любой человек, имеющий выход в интернет, может стать не просто мастером онлайн-обучения, но и обойти все проблемы, которые испытал я и много моих знакомых. Последовательность прохождения модулей может быть любой, на ваш выбор. Это будут истории, короткие, но поучительные. И в ходе этих историй вам будет предложено пройти несколько несложных испытаний, выполнить несколько заданий. Я надеюсь, что, возможно, и вы тоже решите, что Moodle – это платформа вашей мечты. Очень важно, для отработки практических навыков вам, коллега, потребуется наличие собственного курса с полными правами разработчика курса для вас. Если у вас такого курса нет, подайте заявку на создание вашего курса во вкладке «Помощь». Ссылку на ваш курс вы получите по почте. Удачи вам, коллега!